Настал час плети! Смерть очистит весь мир. Я вижу великую тьму. Тьфу, опять капюшон сполз на глаза. Слабые захлебнутся кровью. Жизнь за Айюр, то есть за Нерзула. Я избран. Костяная рука спустилась с неба и коснулась меня. Хочешь узнать секрет вечного счастья? Открой страницу 246. Ступив на путь тьмы, ты обретешь власть над собственной судьбой. А еще страховку и оплачиваемый отпуск. Проклятые ждут приказов. Я посвященный! Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Чего желает мой повелитель? Где прольется моя кровь? Склоняюсь перед твоей волей. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Твоя воля исполнится. Да воцарится смерть. Бойся тьмы. Смерть всем живым. Мозги! Свежие мозги! Улучшу мрак, промешивай мрак. Тихо сонет вурдалак. Чего? Эй, нужно есть. Хорошо кушать мертвых людей. Меня боятся. На прошлой неделе мою верхнюю половину показывали по каналу Discovery, а нижнюю в передаче «В мире животных». Рожденный ползать упасть не может. Я люблю игры со связыванием. Всемирная паутина — это мой школьный проект. Спящий пробудится. Склонитесь перед плетью. Говори, сделай выбор. Кто меня звал? Я жду. Во имя Нерубов. Что сделано, то сделано. Время пришло. Повинуюсь. За паучье королевство я выпью твою кровь. Будет больно, но только сначала. О, какой сложный узор мы ткем. Паучье чутье говорит мне, что у тебя скоро сломается мышка. Мы все живые, розовые и теплые. Если голова болит, значит она есть. Немного перекусим и сразу станем милыми. Тебя порубить или отбить? Нам до смерти надоели смертные. Слушаем и повинуемся. Все за одного. Что надо делать? Мы устали ждать. Идем. Вот кромсать. Когда же кончится эта мука? Сколько еще мне страдать? Умирать тяжело,
А тяжело умирать еще тяжелее. Покой. Как много в этом звуке для сердца нежити слилось. Я ненавижу тебя, ненавижу! Звони мне, пожалуйста. Мой крик леденит сердца живых. Смерть ждет меня. Кто звал меня? Кто нарушил мой покой? Зачем меня призвали? Что прикажешь? Здравствуй, если ты так хочешь. Хорошо, если так надо. Мой долг — повиноваться. Твое желание — закон. Умри! Ощути мою боль! Твоя душа сгорит! Все живут, но не все умирают по-настоящему. Люблю мертвых. С ними как-то поспокойнее. Я вижу восставших из мертвых людей. Что за запах? А, это наши войска. Все мы умрем. Так зачем тянуть? Тьма зовет меня. Рано или поздно все станут служить мне. Мертвые служат тебе. Мертвые ждут. Какова воля тьмы? Удиви меня. Интересно. За короля Лича я следую зову тьмы. Тьма ведет меня. Умри! Трепещите, враги плети! Никто не уйдет живым. Я лишь тень своего былого величия. То, что мы делаем в смерти, отзовется в вечности. Смерть — высшая награда. У меня посмертно-депрессивный синдром. Нет тела, нет проблем. Сейчас я тебя настигну. Вот тогда мы похохочем. Проклятые возвращаются. Во славу плети. Я буду твоими глазами. Ты увидишь все. Что ты хочешь увидеть? Посмотрим, что здесь. Тайное станет явным. Меня никто не заметит. Повелителю нужны новые души. Умри! Моли о пощаде! Ты познаешь мой гнев за повелителя! Как глупо было верить в свет. Король Лич дал мне истинную силу. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Лордерон возродится. Тьма? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Во славу плети! Говори! Никто не смеет мне приказывать. Будь осторожнее. Ну что еще? Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Так-то лучше. А, наконец-то. За короля Лича! Трусливое создание! Не надейся на быструю смерть. О твоих страданиях сложат легенды. Ты узнаешь, что такое боль. Ледяная скорбь. Никто не властен надо мной. У меня есть свои причины для мести. Артас уничтожил мой народ и превратил меня в это чудовище. Кто мы, как не рабы вечного страдания? Какая радость в этом проклятии? Победа близка! Укажи мне цель. Я здесь. Отдай приказ. Слушаю. Пора уравнять чаши весов. Несомненно. У меня нет времени на игры. Момент настал. Конечно. Не знайте пощады. Вперед! В бой! Не щадить никого. Да не дрогнет моя рука. Однажды меня покормили после полуночи.
И началось. Когда я голоден, у меня портится настроение. Мне нужны свежие души. Легиону нужен новый стоматолог. Эти тупые клыки меня разочаровывают. Тьма. Ей нужно сменить оператора. Линия вечно занята. Ашнас Кимбатул! Что еще? Я устал ждать. Сколько мне еще тебя терпеть? У меня есть дела поинтереснее. Пусть будет так. Пока что. Я подыграю тебе. Коварный замысел. Может сработать. Умри, глупое создание. Я голоден. Твоя жизнь принадлежит мне. Люблю, когда все идет по плану. Извини, я не даю интервью. Никакие мы не сектанты. Мы просто группа ошалелых вооруженных фанатиков. Я с удовольствием погружу свои зубы в окровавленный... На чем мы остановились? Я всегда на стороне победителей. Кто не с нами, тот против нас. Не утруждай себя чтением дополнительных условий. Поглощение души еще никто не оспаривал. Что и требовалось доказать. Вопросы есть? Я вернулся. Занатризимов. Что ты хочешь мне предложить? Не трать мое время. У тебя есть план? Кто звал меня? И что дальше? Я сделаю то, что должен. Прочь с дороги. Все средства хороши. Непременно. Конечно. Проснись и умри. Никто не сравнится со мной. Я разберусь. Смерть слабым. Плеть накроет весь мир волной смерти и разрушения. Нити судьбы сплетаются в паутину смерти. Мне нравилось быть королем. Слышал я, что в городах моих братьев химии всякой травят. Я хитрый жук. Все не так плохо, как ты думаешь. Все гораздо, гораздо хуже. Я выхожу из недр. За ледяной трон. Говори. Я услышал зов. Время уходит. Мою силу не превзойти. Я служу только ледяному трону. Я займусь этим. Во славу нерубов. Несомненно, истинно так. Я поглощу все живое и мертвое. Забвение ждет. Яд нерубов смертоносен. Им не уйти от меня. Как там в аду? Не похолодало? Я единственный всадник апокалипсиса. Ненавижу людей. Но люблю, когда они собираются вместе. Особенно на кладбище. Я рыцарь смерти на дорогах. Ну, замерзуло. Не трожь меня, я злой. Клятва скреплена. Да воцарится ужас! Кто звал меня? Мое терпение истощилось. Я воплощение тьмы. Я готов вершить месть. Битва ждет. Как прикажешь. Эй!
Наконец-то! За короля Лича! Ощути мой гнев! Сдавайся или умри! За Нерзула! Если у меня есть крылья, почему я хожу пешком? Да? Нет! У меня нет камня души! Я повелитель ужаса, а не владыка. Это не маскарадный костюм. Это стандартная униформа повелителей ужаса. Нам нужен мир, желательно весь. Да? Тьма, привет, как дела? Охотник на демонов оставил сообщение? Нет, у меня нет его номера. А потом, когда я свергну эту бестолочь... О, здравствуй! Не знал, что ты здесь. Ничтожество. Да воцарится ночь. Твоя душа принадлежит мне. Приветствую. Что тебе нужно, смертное создание? Что на этот раз? Я голоден. Таков и был мой план. Согласен. Хорошо. Ты так думаешь? Я голоден. Смерть ждет. Умри. Где моя вставная челюсть? Если у вас нет проблем, значит вы мертвы. Я и есть дух старого Варкрафта. Пощелкай лучше по банши. Она забавно визжит. У меня в шкафу много скелетов. Имхотеп. Хорошо там, где нас пока нет. Сейчас я тебе устрою суд лича. Древнее зло непобедимо. Запылающий легион! Я поклялся служить Нерзулу. Проси, что хочешь. Приказывай к твоим услугам. Да будет так. Твоя воля исполнится. Так предначертано судьбой. Мертвые идут. Мороз по коже. Услышь зов могилы. Я сокрушу тебя. Ощути ледяное дыхание смерти. Культ проклятых. Надо напечатать побольше брошюр. Я всегда мечтал основать религию. Мечта сбылась. Вечности меня ждет награда. Эта рогатая штуковина на голове. Я от нее скоро с ума сойду. Они тратят 50 тысяч в год на благотворительность и называют это культом. За короля Лича. Кто звал меня? Что-то не так? К твоим услугам. Я размышлял. Разумно. Да, сейчас. Решающий выбор. Разумеется. Гори. Во имя короля Лича. Получай.